Gloria's palace, más mata tú danes. Idioti, ora bulimi di metà. Почти пришли. Наконец-то. Ага, вот оно. Весьма недурная ткань. О, тяжелая. Поможешь мне? Байк, мой Пегас! Пегаса украли! Стой здесь. Ты поняла? Ти плеон мелюси ура. Άνθρωποι νουν να φορέσουν. Τι συμβάν, παιδες! Λέξον, λέξον! Στάρογι! Эй, стоим спиной! Палец, палец! Сдохни, тварь! Вот и все. Тише, друг. Тебе пора домой. Твоя хозяйка соскучилась. Пегас, да? Звучит. Имя что надо. А и ты бы понравился. Ой! Идиот! Сюда, Байек! Папа, Пегас прихрамывал, и Байек пошел к конюху. Всего на минутку. Я слышал, не все прошло гладко, но моя дочь говорит, ты вел себя как герой. А можно он всегда будет меня охранять? Ну, папа... Какое жалование ты у меня попросишь, Миджай? Я не смогу остаться надолго. А жаль. Тогда позволь мне вознаградить героя за хорошую службу. Эй, династия Гусин! Θάδε ιστή, πορότη. Ότα σιάνε ο... Байек, ты вернулся ко мне. Ты уже готов стать моим личным Миджаем? Вообще, нет. Сейчас я не могу. Ты такой доверчивый, Байек. Я просто рада видеть, что ты жив и здоров. Самый лучший страж в городе. Что творится? Что? Что?
На... Умри, ничтожество! Фему, Фему, где батон? Не праксовим! Ахекмено! Идиоти! Элавни нуги в мастис! Ты симпе! Талмон басану! Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Εάν παραμείνω... Александрийцы! Пора излечить недуг общества, порожденный молчанием. Итак, этот Геннадий, он надеется задушить голоса Александрии. Он не понимает, в чем наша сила. Пусть меня схватят, но я не отдам ни капли крови палачам, которые правят Египтом. Я переживаю за Фана. Видел последнюю пьесу? Такая мрачная. Он поэт. У них другие страсти. Баек, наконец-то истинный ценитель искусства. Они изъяли мою пьесу. Ты притягиваешь беды. Хуже того, моих актеров бросили в тюрьму. Лучших из поэтов Александрии. Если я попробую поставить пьесу, филакиты меня казнят. Побереги себя, Фан. Ты слишком хрупок. Пиши дальше. Я найду тебе пьесу и актеров. Наслаждайся скачками и не проиграй все деньги. Ой, тис мейзонос афросинис. Ахехмено, оран булимиди михадестерин айксалетти. Аппапи! Лакс! Сие лавни хриуги вместе!
Стража держит ухо востро. Стоять! Дожили, безумцы на улицах. Эй! Что ты? Что? Убийца, вылезай! Не убежишь? Убирайся! Там что-то есть. Впереди слабо. Мимо нас никто не пройдет. Эй! Тебе конец! Что? Вот ты где! Сбежать хочешь, но уж нет! На куски порву! Я бы насладился твоей предсмертной агонией, но дела что? Не убежишь! Что-то мне не по себе. Эй! Эй! Там что-то есть. Сходи, проверь. Смотри в оба. Что ты? Эй! А вообще, я слегка проголодался. Что-то мне не по себе. Что ты? Что? Не могут посмотреть в лицо поэту. Эй! У кого-нибудь есть еда? Вода.
Я увековечу тебя в стихах, если вытащишь меня. Напоминает о начале карьеры на сцене. Я дебютировал в роли мешка зерна и был весьма убедителен. Умоляю, молчи. Быстрее, здоровяк! Я опаздываю на революцию! Спасибо! Еще два актера смогли сбежать. Филакит и Геннадия хотят их убить. Они забрали пьесу и пошли во дворец. Если ее там увидят, Фану придет конец. Где актеры прячутся? Дома. Это тут рядом. Обо мне не волнуйся, я смогу вернуться в театр. Что? А, ты не убил... Ага. Вот он! Стреляйте! Не убежишь, Что ты? Что ты?
Найдите этого попрошайку. Живо! Неп, мне кажется, он актер. Да мне наплевать. Если не найдем, меня... Морias para que vas mata tu danes. Пора идти, поэт. Стой. Разве вас не было двое? Капаней? Он сбежал и случайно привел ко мне стражу. Теперь они меня ищут. Разберись с ними, и тогда мы с Фаном вернемся к нашему великому делу. Тише. Скоро все кончится. Конечно. Я буду нем, как... Молчи. Враг рядом. Знаешь, ты идеально подойдешь Фану. Я не понимаю, о чем ты. Ты тот самый мрачный герой, который вершит великие дела, пока боги не накажут его за дерзость. Мне не по нраву. Но какая выйдет трагедия? Люди будут рыдать. Эй! Прячься! Ни за что! Идиоти! Este Silvi mi angalis cu cu erisi. Moria. Ой. Ты змижонос афросис. Фан ждет тебя. Теперь мы раскроем все тайные пороки этой власти. Спасибо, друг. Капаней рано или поздно придет к нам. Я уверен. Когда опасность минует, конечно. Ти плеон мелуси оран. Hmm.
Ой, ты смейзонос афросинис. Идиотин. Урану лимити механасте. Как вы? Ты справился, Байк. Спасибо. Я в тебя верил. Ай, с тобой повезло. Да. Айя всегда хвалит твои пьесы. Особенно мою прекрасную царицу, про Клеопатру. Теперь мы сможем поставить пьесу. Несмотря на запреты, наш долг донести до людей свое видение. Я напишу для тебя пьесу, Байк. Последний Меджай. А, нет. Слушай, сменим название, и злодеи будут звать Нептолемеем. Будем жить и пьесу поставим. Не по приказу, а по воле защищаем мы город наши Плеяды. Запреты не пробудят в народе любовь. Мы победим! Что ты сделаешь? Что ты скажешь? Что ты чувствуешь, глупец? Это зло велико, но мы рискнем жизнью и воспротивимся Томери! Ιδιώτην, όραν που λιμίτη μηχανέστενη να εξελεύθεις. Ой, τις μείζονος αφροσίνης. Μάλλα χέρε. Ιδιώτην. Ωραν πουλίμι. Ω, παιδες, τι ουγέγονε. Ω. Ω, βαχέχτμενο. Nun es hätte. Мурия, с дороги! Ну! Ω Θεοί, ο πιασύχησης διαφωνοκάθετος. Οι, ιδιώτην, ελάβνη νούκη γνωστής. Χάμπενε, απαπαιδεία. Τα ρόγω. Τι ουγέγονε. Hey, это что еще такое? Μα παπάπε, ο πιατυχία, τι μέλη με πείσιν την ταλαιπωρία νυν. Ιδιώτην, ώρα αμάξα ελάβνης γαρκακή. Τι συμβάν, παιδες! Λέξον, λέξον! Ιδιώτην,
Οράν βούλιμι τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Μουρίας παρασκευάσματα. Αμάξα ελάβνης γαγκίστεος. Αμέλισον. Κεραυναίον δία. Δίον τούτου έστι. Όι. Τα ρόγω. Ο καλός έβγε. Σοφρόνεστη υποχώρη. Οι. Της μίζωνος αφροσύνης. Ιδιότην. Σταρόγι. Ελάβνη νούκη γνωστής. Я вас прикрою, Неп. Είμαι συμφόρα μη. Ουδύνατε, ουδύνατε συμβαίνει τούτο. Αδύνατον, αδύνατον εσύ. Τύρμα. Καλή ελάβνη χρύου κυρθέστε. Μουρίας παρασκευάσματα. Αμα... Βαχέχτμενο! Νούνε σχέδε! Βλάξ! Σι ελάβνη χρύου γυρνέστε! Κεραυναίων! Αχ, τι λιγότερη μαλτσίσκα, μαλί στο Μπασίρι, να σου τσιμπέ μπιστρέ! Τι νιβι. Μετζάι! Σλάβα богам! Я не видела Меджаев уже много лун. Скажи, что у тебя случилось? Мой сын, Тефьеп, он не в себе, вечно убегает. Хочет стать великим мыслителем, сет его дери. Он отправился искать пещеру рядом с пляжем, но давно должен был вернуться. Ну, раз так, я найду его. Спасибо, Меджай. Βαχέχτμενο, νούνε σχέδε. Ε, δυνάστη αγούσι. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστή. Ιδιότην, όραν που λιμητή μηχανέστερη να εξαιρετεί. Ой, της Μέιζονος Αφροσύνης. Похоже, Тефьеп должен быть где-то здесь. Чья-то одежда порвана. Он ранен, в воде кровь. Должно быть, он уплыл.
Следы крови ведут за маяк. Интересно. Следы крови ведут к этой двери. Мне нужно быть начеку. Тифьеп, твоя мать просила найти тебя. А, ясно. А то я бы тебя убил. Словом. Что-то я сомневаюсь. Ладно. Помоги мне. Ой. Как-то мне... дурно. Я потерял много крови. Значит, пора вернуться к твоей матери. Она будет зла. И пусть. Идем. Сил мне должно хватить. Мать приставила ко мне стража. Философам нужна защита. Эй, я не твой страж. Просто хотел помочь. Твой знак. Это глаз Гора? Это мой знак Меджая. Кого? А, вот ты кто. Разве всех вас не убили? Одного забыли. Могу о тебе написать. Поведать историю последнего Меджая. Да? А какую именно историю, Тифьеп? Точно. Басню. Вон! За ним! Воришка! Ты украл у них? Защити меня, страж! Ладно, я разберусь. Эй! Держи вора! Мне нужна ваша помощь! Зараза! Буду стрелять! Вот. Вроде бы это все. Хирус, туда не тасте. Иди один. Оран булимиди механестери на экселептис. Тифьеп, ты что-нибудь еще находил в своих странствиях? Может, пару сотен драхм? Как грубо, Меджай. Я ищу знания. Иногда и драхмы, но я не вор. Похоже, теперь ты в безопасности. Вернись к матери и к занятиям. Навести меня, как будешь в Александрии, Меджай. Скоро я стану философом, величайшим. Я буду ждать этого, Тифьеп. Морias Paraskevasma. Idi Odin. Elavni nugi gnostis. O galos, Evge. Спасибо тебе за помощь. Эти ничтожества теперь дважды подумают, прежде чем нападать. Thank you.
на поэтов. Мы донесем до людей истину и сможем посрамить лжецов, Баек. Власти будут бояться тебя, Фан. Уже боятся? Думаешь, почему моих актеров никак не оставят в покое? Правда? Люди Геннадия постоянно преследуют их на улицах города. Филакиты стали еще злее. Довольно. Я буду помогать вам. Защищу поэтов. Конечно, но праздник не ждет. А после мы сокрушим наших недругов. Баек, пришло время отпраздновать с моими музами. А кто присмотрит за актерами? Сейчас нам надо работать над новой пьесой. Баек, ты должен прийти. Надеюсь, ваш праздник не хуже тех, что бывали в Сиве. Давай, Баек, этот праздник будет чудесным. Торопись, станешь нашим почетным гостем. Вспоминаю пиры, которые я устраивал раньше в своем доме. Эх, были времена. Теперь все стало скромнее? А теперь филакиты запрещают нам собираться. Эти люди далеки от искусства. Они считают, что правы. Думаешь, ты прав? Конечно! Правда рождается в хаосе, не в порядке. Idiotin! Ελάβνη νούγη γνωστής! Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξον μη! Αμάξα ελάβνης κακίστεος! Αμέλισο! Και ραβνέον δι! Эй, Сену что-то видит. Баек! Это филакиты Геннадия! Я должен был догадаться, что они следят. Вот. Починил ту вероломную тарабарщину. Ван глупый. Вот! Вот этот гнусный предатель! Это Фан младший! Взять мерзавца! Аристос! Эгор Вори! Упен Уитушу! Хирон! Мария Спаска! Τι σημαίνει, τι, όχι, όχι! Θεέ μου, τι έπαθω, τι πράξω είναι! Давай, скорее! Давай, поспеши! Ιδιώτη, ελάβνη νούκη γνωστής! Ότι ούνε κύπετα συμβάνει! Απα! Δακέχμενο! Οι! Απα! Αμάξα ελάβ! Αχ! Наконец мы дома! Ну что, приготовься, Баек! Это будет незабываемо! Посмотрим, подтвердятся ли рассказы Ай. Фан, это уму непостижимо! Баек, прошу! Добро пожаловать в наш собственный Элизиум. Здесь можно говорить правду, Баек. Милый Фан, твои пьесы все лучше и лучше. Намного удачнее твоих ранних работ. Ты строгий критик. Спасибо, Лера. Скажи, какая я для тебя муза, Фан? Эфтерпа, Калиопа, Клио, Талия, Эрата? Выбери только одну. Нет. Ведь ты прекраснее любой музы, Арианда. Да, Фан! Твое имя войдет в историю! Ты будешь как Аристофан! Хвала! Хвала поэту! Вот эта бутыль вина как раз моего размера. Жена думает, что я у Гетеры. Глупая баба! О, я нашла отличный лотос! Что ж, вот оно! Надежное убежище поэтов Александрии. Стой. Ты слышишь? Это Геннадий. Похоже, его люди нас нашли. Мы справимся с ними. Фан, хватай меч.
Мои чернильницы наполнятся кровью этих мерзавцев. Давай, Баек! Пусть боги благословят нас! Геннадий передает тебе поклон, Фан. Зараза! Каждого предателя ожидает верная смерть! Геннадий все о тебе знает. Ты чума Александрии. На куски порву. Тревога! Бой! Боги, только я глупец бросил. Бросил бы тебе вызов, Кирия. Пронесло. Слава Серабису! Твое время я будет! Ты... Дерьмо! Здесь враг! Объем! Тебе надо было бежать, но теперь поздно. О боже, мы закончим быстро. Я выпотрошу тебя. Тревога! Бой! Выдыхаешься? Вот ты где. Я выпотрошу тебя! Вижу! Лакс! Ogalos, Ivyodin, Oran Bulimiti, Mihanes, Ideosefo Abandan Suyode. Oh, Nik Enis Segeriet. Твои люди целы, Фан. Эти мерзавцы! Они убили нескольких моих мус, но дракон, мой лучший поэт, к счастью, выжил. Мы должны найти способ остановить их. Байк, пролилась кровь поэтов! Это поможет нам привлечь людей к борьбе. Все, что угодно ради свободы. Мне нужно время. Мои люди помогут. Застанем филакитов врасплох. Хохертиан? Мурияс параскевазмата тута эсти. Άξα ελάβνης γα κακίστεος, αμέλισον. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστή. Βλάξ, σι ελάβνη χρύου γυρνέστε. Ελάβνη νούκη γνωστής. Ωι, της μέιζονος αφροσίως. Αμάξα ελάβνης γα καγκίστεος. Αμέλισον. Τεφιέπ, ты меня погубишь. Нет, мама, совсем наоборот. Ведь теперь мы сможем делать все, что захотим. Лучше бы ты побольше думал о насущном, мальчишка, вместо того, чтобы увлекаться миражами. Ты подумай, мама. Облачение философа, а к нему драхмы. Драхмы мы бы получили за папирус. Ты точно здесь его потерял? Я же тебе сказал, у меня его отняли. Признай, что его потерял. Его отняли, мама. Ты не злись, я все верну. Просто мне потребуется помощь.
Меджай, нам нужна помощь снова. Мой несносный сын потерял мое подношение вместе с папирусом. Как мне продавать масло без благословения богов? Я его не терял. Стражи отняли. Тот папирус дорог мне, Меджай. Да что эти стражи себе позволяют? Там были мои записи. Мерзавцы швырнули их в лодку. Я найду твои свитки, Тефьеп. И подношение твоей матери тоже. Ой, тис мейзонос афросинис. Антропе агате, агуин ме, уде пос династе. Ой, тис мейзонос афросинис. Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστή. Похоже, это лодка, о которой говорил Тефьеп. Пожалуй, я смогу пробраться туда незаметно. Теперь эти стражи больше не будут беспокоить Тефьеба. А вот и папирус. И подношение. Тефьеб и Тепу будут рады. Я так без... Они узнают, сколь я умен. Ты снова несешь чепуху! Греки никогда тебя не примут! Примут. Я стану философом. Подношение. Теперь ты снова можешь продавать масло. Я так за него волнуюсь. Это трудно понять, когда у тебя нет детей. Пусть Тефьеп попытается. Не переживай. Ιδιώτη, οράν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Ой, ты смейзо... О, вахехт мено. Нунес хеде. Идиодин. Оран булими ди механес... О! Калао десу. Porenzen. Morias paraskevasmata tudanesti. Баек! А я как раз тебя разыскивал. Теперь мы знаем, как избавиться от филакитов Геннадия. Вы нашли этих негодяев? Нашли. Одна группа прямо у воды.
а вторая пока засела в лагере. Хватают, кого ни попадя. Еще один ездит по Канопской дороге и ведет оскорбительные речи. Вот справимся с ними. Твои поэты смогут рассказать людям правду. Мы остановим филакитов. Thank you.